Давайте перейдем в каталог товаров, например, в косметику. Под баннером вы видите блок с фильтрами. Для каждой категории существуют свои фильтры, кроме категории «Доступность» и «Каталог». Если мы выбираем фильтры категории «Доступность», то мы видим только те товары, которые есть в наличии. Если мы выбираем фильтр «Каталог», то мы видим только те товары, которые есть в бумажном каталоге. При прокручивании страницы вниз, в правом верхнем углу мы видим две маленькие кнопки. Фильтры с количеством примененных фильтров. Если мы нажмем на эту кнопку, мы можем еще более конкретизировать наш запрос. Если вы хотите сбросить все фильтры, нажмите кнопку «Сбросить фильтры».